Добрый день, уважаемые зрители! На площадке Алабышева продолжается строительная работа по возведению проектно-конструкторского технологического бюро «Савалмаш». На данный момент ведутся работы по отливке и гидроизоляции бетонных оснований, обратной засыпке песком котлована, выставлению опалубки, установке кондукторов и другие. Завершающий этап работы по сооружению фундаментов – обратная засыпка грунта. От качества уплотнения зависит устойчивость фундамента. В качестве уплотнителя обычно используют песок. Засыпка осуществляется послойно. Согласно утвержденной проектной документации, в соответствии с которой осуществляются текущие строительные работы, толщина слоя не должна превышать 200-300 мм. После засыпки каждого слоя его необходимо уплотнить катком. После этого каждый слой песка проверяют плотномером. И если он соответствует плотности, указанной в проектной документации, укладывают следующий слой песка. Так послойно выходит на нужную отметку. Также велись работы по выставлению опалубки для третьей заливки на отметку минус 200 мм. Устанавливали кондукторы и закладные детали для дальнейшего бетонирования фундамента. В дальнейшем планируется бетонирование основания фундамента для лестничной клетки. Следите за выходом новых видео о последних событиях проекта «Савалмаш». До новых встреч!